Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать вас на информационной площадке журнала «Вестник Северный Кавказ», который издается международным холдингом «Евромедиа». Меня зовут Максим Федоров. Я модератор сегодняшней онлайн-конференции. Ее тема – столетний юбилей Расула Гамзатова, особая востребованность его творчества с учетом сегодняшних государственных приоритетов. Трансляция конференции ведется из Департамента конгрессных мероприятий холдинга «Евромедиа». В процессе сегодняшней дискуссии мы будем готовить новости с наиболее яркими цитатами наших спикеров, а по итогам разговора подготовим и опубликуем на страницах журнала «Вестник Северный Кавказ» подробный материал. Имя Расула Гамзатова известно миллионам людей во многих уголках мира. Поэт аула и планеты, так называли его при жизни и продолжают называть сейчас, обозначая особую миссию и духовное призвание Расула Гамзатовича. В 2023 году исполняется 100 лет со дня его рождения, и решением президента России Владимира Путина это событие будет отмечаться в масштабах всей страны. Учитывая вклад Расула Гамзатова в отечественную культуру и активную общественную деятельность, наша общая задача – организовать работу на самом высоком уровне, сделать этот праздник заметным событием не только для Дагестана, но и для всей России, заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова на первом заседании Оргкомитета по подготовке и проведению празднования столетия со дня рождения поэта. Оргкомитет утвердил план основных мероприятий, разработанный Министерством культуры России и правительством Дагестана совместно с федеральными и региональными органами власти и организациями. На сегодня он включает 42 мероприятия, среди них выставочные, культурно-просветительские, издательские проекты, научные конференции, конкурсы и фестивали. Празднование столетия народного поэта – это замечательная возможность в очередной раз громко заявить о России как о многонациональной стране с богатейшим культурным наследием и о выдающемся поэте, который в каждом своем произведении провозглашал общечеловеческие ценности, такие как дружба, любовь, верность, совесть. Об этом очень важно говорить сегодня, подчеркнул глава Дагестана Сергей Меликов. О таланте Гамзатова, о влиянии его творчества на сегодняшнее и на последующее поколение, с учетом тех трендов в государственной политике, которые мы наблюдаем, мы сегодня и будем говорить с нашими уважаемыми спикерами, с удовольствием представлю их. Разият Абдулаевна Ахмедова, доктор филологических наук, профессор Дагестанского государственного университета, член Союза писателей Дагестана. Маржанат Хамерзаевна Гаджи Ахмедова, доцент кафедры литературы народов Дагестана, Дагестанского государственного университета. Анна Олеговна Наумова, полномочный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в Северо-Кавказском федеральном округе. Стефижат Магомед Агаевна Магомед Расулова, президент Национальной ассоциации гостеприимства Северного Кавказа. Даниял Арслан Алиевич Гаджиев, главный редактор газеты «Сарихум». Магомед Ахмедович Магомедов, руководитель туркомпании «Вокруг света 05». Уважаемые спикеры, от себя лично, от нашей команды, от всей нашей аудитории я приветствую вас на нашей площадке и благодарю за то, что вы согласились принять участие в такой важной дискуссии. Предлагаю начать, и если спикеры не возражают, первым я предоставлю слово Даниялу Гаджиеву, поскольку он сейчас находится в такой ситуации, что связь в любой момент может прерваться, я думаю, вы меня поймете. Даниял Арслан Алиевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Да, я рад вас приветствовать. Я знаю, что у вас так же, как и у других жителей Дагестана, сегодня очень насыщенный день, но тем не менее, спасибо, что нашли немного времени. Вы человек, профессиональный журналист, который держит руку на пульсе событий, которые происходят в Дагестане, и бесспорно юбилей Гамзатова одно из главных событий для региона. На ваш взгляд, в чем значимость этого события, причем наверняка не только для Дагестана, а можно это событие рассматривать гораздо шире? Да, я приветствую вас, друзья, на нашей замечательной конференции. Спасибо организаторам и лично Максиму Федорову за саму идею подобного мероприятия и за ее организацию. К сожалению, у меня мало времени. Действительно, у нас сегодня такое знаменательное событие, послание главы Республики Народному собранию, поэтому я могу в любой момент уже убежать, если начнется. Поэтому позвольте высказать мое мнение относительно роли народного поэта Дагестана в истории мирового признания нашей маленькой республики и Кавказа в целом. Наш регион всегда был овеян стереотипами. Последние 30 лет мы тщетно пытались определить образ лица кавказской национальности, но что-то стало получаться только тогда, когда поток гостей хлынул в регион, и люди лично убедились в доброте и гостеприимстве кавказских народов, раскрыли богатый духовный потенциал. В любом случае приложено немало сил, дабы показать, что Кавказ это не только природные красоты. Чтобы гости оценили богатейшую культуру, традиции, народные промыслы, проводятся фестивали, ярмарки и вернисажи. Но в чем же уникальность Расула Гамзатова? Этот человек умудрялся в нескольких четверостишиях передать всю уникальную гамму впечатлений, вплетая строки свежесть горных вершин, аромат лугов, звон кубатисских кинжалов и звон балхарской керамики. Зажечь ритм лезгинка, и он реально вот мог на мгновение остановить сердце от любви и восхищения. Поэт в России больше, чем поэт. Но Расул Гамзатов влюбил в Дагестан столько людей во всем мире, что Анжи, футбольного клуба Анжи в лучшие времена и не снилось. Если в махачкалинской команде могли похвастаться Роберто Карлосом и ЭТО, то в команде Расула были такие звезды, как Фидель Кастро, Индира Ганди. И поверьте, они влюблялись в Дагестан искренне, а не за баснословную зарплату. Поэтому, друзья, выражение «красота спасет мир» актуально во все времена. Важно только, чтобы нашелся человек, способный навести качественный и доступный мост между этой самой красотой и всем остальным миром. Нам повезло, у нас есть Расул Гамзатов. И нам его хватит еще надолго. Искренне надеюсь, что Всевышний когда-нибудь подарит нам еще не менее яркий талант. И Дагестан и Кавказ всегда будут в центре России, в центре мира, в центре Вселенной. С вашего позволения, я перехожу в когорту слушателей. Я еще Да. смогу вас слушать, но уже говорить, что я сегодня смогу. Спасибо. Спасибо огромное, Даниил. Очень рады, что вы нашли время подключиться к нами. Разият Абдулаевна Ахмедова, доктор филологических наук, профессор Дагестанского госуниверситета, член Союза писателей Дагестана. Разият Абдулаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, вопрос, который я сегодня буду задавать всем спикерам, прежде чем вы будете переходить к основным выступлениям. Согласны ли вы с тем, что если бы, ну, перефразируя классика, если бы юбилея Гамзатова не было, то его следовало бы придумывать, учитывая, что сейчас страна, а мы говорим не отдельно о Кавказе, о стране в целом, что сегодня страна очень нуждается вот в таких авторитетах, как Гамзатов. Тем более, что сегодня его творчество особенно созвучно, учитывая ставку государственной власти и на духовно-нравственные ценности, и на патриотизм, и на любовь к родине и так далее. Я хочу сказать, что сегодняшние мероприятия вот этого года вообще очень серьезно могут оказать серьезный резонанс в том плане, что
как литературу мне близкая тема. Многие, те, которые даже не читали еще, вообще не любят читать, все обратились к книгам Расула Гамзатова. То есть мы потихоньку возвращаем людей к литературе. И этому начало положил сейчас Расул Гамзатов в то время, когда у нас время гаджетов и время нечитающих людей. И все открыли книги, все начали читать Гамзатова и вникать в суть того, что хотел сказать Расул. Но самое главное, что я хочу сказать, Расул открыл миру душу Дагестана. Сейчас туризм открывает его внешне, визуально, а он открыл душу Дагестана, потому что он в основном от души, от сердца разговаривал с читателем. Вообще творчество Расула Гамзатова в первую очередь характеризуется особой эстетикой художественного восприятия как родной, так и чужой культуры. Поэтому он стал близок всему миру. И его феномен, истоки гамзатовского феномена – неразделимой связи лирики с культурой и жизнью Дагестана. Поэт стремился к искренности, а романтическая поэзия не может быть без ощущений родной земли, красоты края и населяющего его народа. Ну и, конечно, с его духовными ценностями. Поэтому идеалистические настроения Расула постоянно сочетались с разговором о душе Дагестана, о вере. Кстати, к вере он приходит в конце почти своего творчества, и это связано с тем, что многие десятилетия наша культура была отделена от науки воинствующим атеизмом начала 20 века. И вот я попыталась понять, в чем же феномен Расула Гамзатова. Ведь многие его недоброжелатели в его бытность пытались говорить о том, что он его сделали переводчики. И все ссылались на то, большинство. И этот вопрос, и даже его пытались защищать такие известные писатели, поэты, как Рождественский, Евтушенко. Очень серьезная такая была полемика в советское время. Тогда был литературный институт, и при институте был факультет, который назывался переводческий факультет. Он был закрыт, и его недавно снова открыли. И снова возник вопрос, значит, стоило ли переводить Расула Гамзатова на русский язык, если в баварском языке нет рифмы? Ну, я хочу сказать, что рифмы нет и в японском языке. Как и во многих других, есть определенные языки, но это не теряет красоту поэзии японской, которая переводится белым стихом. И вот я попыталась, чтобы показать, что такое Расул Гамзатов, вообще его творчество, не переведенное его стихотворение на русский язык, перевести под срочным переводом. Подсрочный перевод – это самый такой точный перевод, который может быть. Вот у него есть стихотворение «Отец, вставай», оно не переведено на русский язык. И вот, например, он там говорит: «Отец, вставай, идем в хадж, столько грехов на мне, но и я там был. Ах, как поздно ко мне пришло понимание того, что нет другого Бога, кроме Аллаха». Вот здесь я использовала эстетически равноценные выражения с помощью адекватного перевода, он так называется, чтобы передать межязыковые лексические соответствия. А дальше он говорит: «Грудь моя изранена от всего скверного. Это сердце спаси, милостливый Аллах, избавь его от ржавчины, дай телу утешение, как высоким стальным скалам». Стальных скал не бывает. Это очень высокая такая метафора, которую автор хочет показать силу этих своих слов и усиливает свое художественное обобщение. В чем же феномен его творчества? А феномен его творчества, что он, я проанализировала большое количество стихотворений, поняла и переводов, и не переводов. Поняла, что самое серьезное такой момент его творчества – это в том, что в художественном концепте, на простом языке это понятие Гамзатова, сублимируются понятия, представленные эмоции, чувства, воля, а они выполняют его произведение не только познавательную, но и эстетическую функцию. И получается, что он везде изливал душу, советовался с читателем, но при этом всегда виноватым делал себя. То есть он откровенно говорил с читателем обо всем
и изливаю ему душу, то есть беседуя с ним. И всегда в этой беседе он был равноценный с читателем. В этом были его именно его индивидуальность, показать свое сердце, раскрыть свое сердце читателю, и поэтому он был такой близок всему миру. Вот в чем его феномен. Спасибо, Разият Абдулаевна. Вот если выражаться экономическим языком, есть такое понятие «добавленная стоимость». Вот на ваш взгляд, если оценить эффект от тех мероприятий, которые в течение года будут реализованы в рамках празднования столетия Гамзатова, о какой добавленной стоимости мы можем говорить для Дагестана, для Северного Кавказа, для России в целом и для жителей республики, округа, страны, причем, разумеется, мы говорим не об экономическом эффекте, а о культурном, историческом, духовном. Приведу вам самый яркий пример, который недавно буквально прошел форум. Назывался он Второй международный экономический форум, в котором приняли участие более 40 городов России и где-то около 15 стран. И этот форум был как раз приурочен к юбилею Расула Гамзатова, экономический форум. И он прошел под эгидой Расула Гамзатова. Это говорит о том, что вот вам есть такая самая настоящая ответ на вопрос в отношении экономики. Но если говорить в отношении культурной парадигмы, то надо говорить о том, что Расул Гамзатов и тогда объединил все народы. И сейчас это и есть самое сильное, мощное его влияние на нас через вот сегодня. Поэт не умирает, поэт и сегодня с нами поэтому разговаривает. Если проанализировать доперестроечное время, перестроечное, постперестроечное, нынешний момент, по вашему мнению, на какой период пришелся наибольший интерес к творчеству Гамзатова со стороны специалистов, таких как вы? То есть мне, как обывателю, может показаться, что творчество Гамзатова уже изучено на 100%, хотя наверняка это не так. Так вот, когда наблюдался наибольший всплеск интереса, и наверняка он не привязан только к столетию, это, как мне кажется, процесс такой перманентный. Конечно, наиболее пик его творчества это ну как сказать, где-то, наверное, 60-е, 70-е годы. Расул Гамзатов, благодаря своему вот такому, скажем, влиянию на литературу народа в России, он как раз в это время, он попал в то время, когда была модна литература. Модно. Люди читали много тогда. А приоритет дагестанской литературы, это был приоритет Расула Гамзатова. Он сделал модной литературу этого периода. Поэтому все активно читали, экранизировали творчество Расула Гамзатова. Прекрасные фильмы были поставлены. Это был пик его творчества. Но это не только относится к Расулу Гамзатову. Это была идеологическая такая, скажем, программа того времени, советского времени, когда Россия, СССР хотели показать миру, насколько комфортно жить людям разных национальностей в составе СССР. И одновременно с Гамзатовым на литературной арене, культурной арене активно и очень красиво выступали такие писатели, как Чингиз Айтматов, Давид Кугультинов, Фазиль Искандер. И я могу перечислить, это тоже очень высокой планки литератора. Поэтому это было время вот такое, вот самое настоящий расцвет советской национальной культуры. И в это время Расул Гамзатов среди всей этой выделялся особым таким статусом человека, который воспевал прежде всего женщину. А говорят, что в поэзии больше всего надо понравиться женщинам. Это неоспоримый факт. И не случайно вы такое количество женщин сегодня в вашей конференции тоже. Вот. Воспевать любовь, воспевать женщину, воспевать мать, жену, дочерей. Это, причем он в его поэтической
В Айтическом доме были все женщины, которые мы окружали его. Он не забывал ни про кого, о них пел. Сейчас, конечно, не период такой, более такой, скажем, не совсем поэтический, но если человеку ведь нужно отдушина, а вот этой отдушиной сейчас опять стал Расул Гамзатов. Вот обратишься к его творчеству, и сразу становится светлее, теплее. Такое ощущение, что он как будто тебя оберегает своей поэзией. Вот мы видим, что в рамках празднования юбилея Гамзатова проходят десятки мероприятий самой различной направленности. На ваш взгляд, вот чисто субъективный, насколько эти мероприятия способны максимально полно раскрыть Гамзатова и как поэта, и как человека? Вот, возможно, лично вы добавили бы еще какие-то мероприятия для того, чтобы раскрыть Гамзатова с какой-то стороны, с какой он известен менее? Я вот об этом задумалась сейчас. Вот еще и живы современники Расула Гамзатова. Надо, чтобы вот современники о нем отозвали и сделать такую передачу. Я, кстати, хорошо знала эту семью, дружила с этой семьей и сейчас продолжаю дружить. Я жила в одном дворе практически с Расулом Гамзатовым и на всю жизнь запомнила одну вещь, если интересно, скажу. Был такой поэт лакский, очень известный, Абуталиб Гафуров. Он всегда сидел во дворе на скамейке. Он не любил сидеть в квартире. И каждый раз Расул Гамзатов, приходя, уезжая из дома, останавливал машину, выходил, разговаривал, садился с ним, беседовал и уезжал на работу. И возвращался точно так же. Выходил с машины, садился, беседовал с Абуталибом. И вот это все происходило на моих глазах. И это вошло в его книгу. Абуталиб сказал. Вот такой был человек, очень добрый. И такой очень... Он свою отодвигал, и вот и куда бы ни спешил, он обязательно... Это был ритуал для него. Представляете, вот такой был человек. Если бы у вас была возможность сейчас обратиться к жителям страны и прежде всего к молодежи и назвать там одну, две, три причины, почему стоит познакомиться с творчеством Гамзатова, прежде всего тем людям, которые слышали его имя, но с творчеством не знакомы, какие несколько причин, аргументов вы бы назвали? Прежде всего, сейчас такое время, когда все ценности в отношениях людей теряются, чтобы возобновить ту духовную высоту отношений между людьми, между мужчиной и женщиной, если мы хотим это, надо, чтобы в школах ввели Расула Гамзатова стихи о его жене, и чтобы люди как-то формировали свои семьи по-другому. Это первое. И второе, если мы хотим знать о содружестве, как уметь дружить между народами, опять-таки надо вернуться к Расулу Гамзатову. Вот он написал стихотворение «Памяти Кайсына Кулиева». В этом стихотворении отражается вся суть нашей культурной жизни XX века. И там отражены все поэты. Очень интересное стихотворение. Он в этом стихотворении показал, как между собой дружили народы и культуры. Вот эта дружба культур должна вернуться. Раньше были дни Расулагам, аварской поэзии, там, другой республики, кумыкская поэзия, другой, и так далее. Да раньше концерты, все концерты государственные, какие были, всегда объединяли все национальные культуры. То есть обязательно были певцы или там исполнители всех национальных. Сейчас идешь на мероприятие, если это аварское мероприятие, там только аварцы. И это очень плохо. Этого не любил Расул Гамзатов. Он был очень интернациональным, проникнут интернациональным духом. И я Спасибо думаю, что... огромное. Спасибо огромное. Это была Разият Абдулаевна Ахмедова, доктор филологических наук, профессор Дагестанского госуниверситета, член Союза писателей Дагестана. Наш следующий спикер Маржанат Хамерзаевна Гаджиахмедова, доцент кафедры литературы народов Дагестана, Дагестанского госуниверситета. Добрый день.
Здравствуйте еще раз. Маржанат Хамарзаяна, да, мы очень рады видеть вас на нашей сегодняшней площадке. И также, как у вашей коллеги, я хотел бы поинтересоваться, что лично для вас и для всех дагестанцев значит творчество Гамзатова и почему оно актуально как никогда именно сегодня. Спасибо. Что творчество выдающегося дагестанского поэта Расула Гамзатова – это одно из самых ярких явлений не только дагестанской, но и общей российской литературы второй половины XX века, ни у кого не вызывает сомнений. Широта его мировосприятия поражала современников и будет поражать потомков. Горский мальчик из маленького аббатского селения Цада с его каменистого плато увидел огромный мир, который сумел поместить свою поэзию. Он чутко реагировал на все мировые события, при этом никогда не забывая своих глубинных корней. Он стал представителем всего российского народа, всей общечеловеческой культуры, а поэзия его стала достоянием всех народов России. Широк тематический диапазон произведений Гамзатова. Но главной темой его поэзии все годы была тема Родины. Она развивается в его творчестве постепенно и сложно. От простого признания в сыновней любви в первом сборнике его произведений «Пламенная любовь и жгучая ненависть» до глубоких философских раздумий над историей, над будущим, над судьбой страны своей в книгах его последних лет. Из нее, из этой темы рождаются, с ней сливаются все другие темы. Тема народа и поэзии, личной судьбы, гражданского долга и, наконец, широкая гуманистическая тема человека. К дальним звездам, в небесную роздым улетали ракеты не раз. Люди, люди, высокие звезды, долететь бы мне только до вас. Эти слова из его знаменитой книги «Высокие звезды» можно считать эпиграфом ко всему творчеству Расула Гамзатова. Долететь до высоких звезд для него – это значит ценить человека, разделять его радость и горе, сострадать, сочувствовать, соучаствовать. Особая тема в его творчестве, как сказала Разият Абдуллаевна, занимает тема любви к матери, женщине, любимой. Тема судьбы женщины-горянки не раз поднималась в его произведениях. Горянка в стихах Расула предстает во многих обличиях. Он открывает богатство и ее духовного мира, и нравственный ее облик. Расул Гамзатов отзывался на все, что происходит в мире. Горячие точки планеты стали болевыми точками его поэзии. И это было не данью времени, а внутренней потребностью поэта, любившего повторять слова великого Гейне, что трещина, расколовшая мир, проходит через сердце поэта. Гамзатов никогда и нигде не был сторонним наблюдателем. Его тревожит трагедия Хиросимы и Нагасаки, события в Карабахе, распри между двумя соседями Арменией и Азербайджаном, этнические чистки, начавшиеся в любимой Болгарии, и многие-многие другие конфликты, разгоравшиеся между людьми, народами, странами. Гамзатов воплотил свой яркий мир чувств, переживаний, мыслей не только в поэзии, но и в известных его прозаических и публицистических книгах. «Мой Дагестан», «Конституция горца», «Верность таланту», «По земному беспокоясь». Он произнес сотни речей, написал массу статей, дал множество интервью, высказал в них очень много мудрых мыслей, наблюдений по самым острым и злободневным вопросам своего времени. Проблема памяти – важнейшая проблема современной культуры. И не случайно Расул Гамзатов обратил внимание на нее еще в своей книге «Мой Дагестан», эпиграфом которой он взял слова: «Если мы выстрелим в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в нас из пушки».
Тема памяти проходит также через лучшие стихи Расула Гамзатова. Перед его памятью проходят образы славных сынов Дагестана – Шамиля, Хаджи Мурата, Ахвердилава и других. Имена старых поэтов, классиков дагестанской литературы – Махмуда, Ивчи Казака, Итимаймина, Алигаджи, Гафурова и других. «Я их жизнью горжусь, я над смертью их плачу», – написал Расул Гамзатов. Одна из острых и сложных проблем 20 и 21 веков – это проблема сохранения языков малочисленных народов. Еще в 60-е годы прошлого века, когда среди интеллигенции республики разгорелась полемика о национальных языках и их судьбах, противовес тем, кто поспешил заговорить о необходимости искусственного сближения наций и народов, Гамзатов выступил с программным стихотворением «Родной язык», строки из которого стали знаменитыми. «Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». Неудивительно, что Расул Гамзатов с его поразительной жизненной энергией органично вписался в бурную общественную и культурную жизнь страны. Расул Гамзатов ярко продемонстрировал возможность неразрывного соединения в творчестве двух ипостасей – художника и гражданина. Перестройку в стране Расул Гамзатов принял как долгожданную перемену, радостно, потому что очень устал от фальши, участником которой порой приходилось быть и ему самому. Но, однако, многое из новой жизни тоже начинает беспокоить Расула Гамзатова. Он признается в своей раздвоенности, в невозможности найти в новом переустройстве страны гармонию, высокую истину. Делится своими переживаниями по поводу усиления в стране бюрократизма, культа должностей, говорит о необходимости дать людям честное, искреннее слово правды. На склоне своих лет, вот Разият Абдуллаевна отметила, Расул Гамзатов открылся как истинно верующий человек. И в его лирике появляется очень много, ну, произведений, вот, религиозных мотивов. Его поэтические исповеди покоряют своей глубиной, искренностью и смирением. «Колесо мое вниз уже катится, где зияет, грозя пустота, и в тумане от глаз моих прячется моей робкой надежды звезда. Но не стану просить я Всевышнего мои годы земные продлить. Много в жизни наделал я лишнего, ничего уже не изменить. Свой намаз совершаю последний я, и ладони мои, как шатер. Всемогущий Аллах, на колени я ни пред кем не вставал до сих пор». Гамзатов искал Бога в прошлом своего народа, в его настоящем и будущем. Его единственной верой был и остался родной Дагестан. И более всего на свете он боялся разувериться именно в нем. «На мой Дагестан я с тоской угляжу, он скорчился, как от ожога, да боли знакомого не нахожу, так много в нем стало чужого». Расул Гамзатов, разочаровавшись в коммунистическом идеале, не смеялся над своими заблуждениями, не юродствовал, не проклинал прошлое, которое он любил таким, как есть. Недаром строчки «Суди меня по кодексу любви» были самыми его любимыми, ибо все, что он делал, он измерял только любовью. Тема войны была также одной из главных в его творчестве. Его «Журавли» стали одной из самых великих песен XX века. Поэт преклоняется перед памятью всех погибших, предостерегает человечество от новых войн, а тема неоплатного долга в его «Журавлях» звучит и в новых его стихотворениях. «Когда уйду от вас дорогой дальней, в тот край, откуда возвращения нет, то журавли, летящие печально, напоминать вам будут обо мне». Поражает его дар предвидения. Задолго до бесланской трагедии Расул Гамзатов написал воистине пророческое стихотворение
Берегите детей, которые актуальны и сегодня. Этот мир, как открытая рана в груди, не зажить никогда уже ей, но твержу я, как будто молитву в пути. Каждый миг берегите детей. Всех творящих намазы прошу об одном. Прихожан всех на свете церквей, позабудьте про распри, храните свой дом и своих беззащитных детей. От болезни, от мести, от страшной войны, от пустых сумасбродных идей. И кричать мы всем миром сегодня должны лишь одно – берегите детей. Поэзия Расула Гамзатова – это поэзия жизни утверждения и жизни любви, поэзия мудрости, которая откликнулась на беды и страдания, отчаяние своего народа. Это поэзия, в которой неразделимо слилось личное и общественное, исповедь и проповедь, сокровенные переживания и широкие философские раздумья, глубокая скорбь гуманиста и возвышенный гнев гражданина. Спасибо огромное, очень интересное, содержательное выступление. Маржанат Хамерзаевна, мы говорим о том, что в год столетия Гамзатова очень важно познакомить с его творчеством как можно больше жителей России. А на ваш взгляд, насколько хорошо с творчеством Расула знакомы сами дагестанцы, особенно молодое поколение, и как эта задача решается? К большому сожалению, в Дагестане вообще вот эти все события, которые произошли в стране после революции, когда закрылись все типографии, когда, ну, мы знаем, да, что поэзия, литература, поэты оказались как бы на обочине дороги. Если даже очень захочет молодежь сегодня пойти купить где-то книгу Расула Гамзатова, это представляет достаточно большую трудность. Возможно, в этом году в связи с юбилеем намечаются, будут изданы его произведения, и полное собрание сочинений подготовлено. Но вот эти не те масштабы, скажем так. В советское время его издавали миллионными тиражами. Вообще сосчитать даже количество изданных его книг практически невозможно. А сегодня в лучшем случае там 1-2 сотни книг издадут. Их, естественно, не хватает. Не то, что на всю страну, даже на маленький Дагестан. А я была приятно удивлена, что касается в общероссийском масштабе, была приятно удивлена, недавно получив на почту письмо из Якутска. Профессор Якутского университета обратилась с просьбой помочь установить дату написания одного сонета Расула Гамзатова. Я прям была счастлива, скажу так. Я говорю, в связи с чем у вас возник такой вопрос? Она сказала, что они изучают в Якутске творчество Расула Гамзатова, и на занятии во время анализа его произведений, вот у них возник такой вопрос. Недавно обратилась и другая студентка, правда, не помню, откуда была, с просьбой, с вопросом, почему знаменитая песня Расула Гамзатова «Журавли», почему на аварском языке в оригинале текст, она, видимо, сравнивала и русский перевод, и на аварском языке, почему в оригинале 4 куплета, а в переводе 6 куплетов этой песни. То есть это вот всего лишь 2 факта, связанные со мной. Я думаю, что коллеги другие сталкиваются тоже, к ним обращаются. То есть в России Расула Гамзатова тоже не забывали, несмотря на все эти проблемы, перипетии. Расула помнят, Расула читают, и с каждым годом, я думаю, будут больше читать и интересоваться его творчеством. Другое дело, что вот затрагивали тоже вопрос исследования его творчества. Далеко не все исследовано. Кстати, он написал достаточно много произведений, вот когда случилась эта перестройка, когда вот это вот раздвоение личности, все, он ушел в себя, перестал куда-то выезжать.
ну, написал достаточно много произведений, еще не все переведено, еще не все опубликовано, это дело будущего. А самым таким ярким памятником, скажем так, его творчеству, наверное, стала книга «Чакар» Саидовны Юсуповой. Очень жаль, что она при жизни его не успела издать, написать. Впрочем, наверное, это и невозможно было, потому что эта книга как раз о последних годах его творчества, последние 10-15 лет. «Расул Гамзатов. Расколотом мире» называется книга. Она вышла в 2007 году. До этого тоже, естественно, его творчество исследовалось. Камал Абуков издал большую, достаточно объемную монографию «Мне отдельного счастья не надо». Наум Гребнев, Антокольский, вот те самые и переводчики, и исследователи его творчества, которые с ним, современники его, они отзывались, очень много статей написано, но, естественно, это еще не все. Главное слово о Расуле Гамзатове еще впереди Вот на вы нашем. совершенно справедливо сказали, что творчество Гамзатова изучено еще далеко не полностью. Собственно, мы можем взять любого писателя, поэта, который жил 100-200 лет назад, но даже по прошествии такого времени все равно находятся новые Да. произведения, новые свидетельства и так далее. Вот я смотрю, и Разият Абдуллаевна, и вы, и другие коллеги продолжаете изучать творчество Расула. Вот с позиции сегодняшнего времени, возможно, какие-то его произведения воспринимаются иначе, чем это было в советские времена, в перестроечные. Ведь вы совершенно справедливо говорите, что Расул очень живо реагировал на те политические события, которые происходили в стране. Вот со временем его творчество как-то по-иному начинает звучать, на ваш профессиональный взгляд. Ну, Расул Гамзатов был певцом общечеловеческих ценностей, прежде всего, любовь, дружба, вот, все эти вещи, которые со временем никак не могут устареть. А политических своих, таких ярко выраженных политических произведений у него нет. Тема войны, антивоенная тематика была очень значимой в его творчестве советские годы. Мы сегодня видим, чувствуем, что она, наоборот, стала актуальной. И сегодня вот «Остров женщин» поэма, в которой Расул призывал не превращать мир, не допускать превращения мира в остров женщин. Опять-таки на антивоенную с Хиросимой, Нагасаки связанную. Вообще история написания самой этой песни, этого стихотворения «Журавли», когда на 20 лет после, ну, 65-м году в Японии во время открытия памятника девочке с журавлем Расул Гамзатов вот случайно поднимает голову, видит этот журавлиный клин, пролетающий над ними, и вся площадь была полна японских женщин в белом одеянии, в трауре. И в этот момент к нему подходит представитель МИД и сообщает, передает телеграмму, в которой сообщалось о смерти его матери. И вот летит Расул Гамзатов обратно на родину, и в самолете у него рождаются эти стихи. То есть все было взаимосвязано в его творчестве, и актуальность она никак не может потерять со временем. И такой же вопрос, как Разият Абдуллаевне. На ваш взгляд, каким должен быть главный результат празднования юбилея Гамзатова? Потому что вот чисто объективно, как показывает опыт, вот после такой эйфории наступает затишье, потому что много проблем в стране, много юбилейных дат. Сегодня год педагога и наставника, завтра год культурного наследия. Ну вот, чтобы этот год прошел не зря, чтобы мы не просто отчитались о количестве проведенных мероприятий, на ваш взгляд, что должно остаться важного в сухом остатке? Все должны понять, осознать, что вспоминать, любить поэтов, писателей,
деятелей наших нужно не только в год юбилея, нужно, вот, как я сказала, издать достаточно много литературы, их произведений, чтобы у людей была возможность читать, осознать всю значимость этой личности. С молодежью надо очень много проводить мероприятий. Они у нас ушли сегодня в эти соцсети, там и так далее. Вернуть их надо вот как раз в лоно культуры, литературы. И я думаю, что Сула Гамзатова – это такая личность, которую забыть невозможно. Спасибо Это не огромное. произойдет, и значение ее будет с каждым годом все больше и больше раскрываться. Спасибо огромное. Маржанат Хамерзаевна Гаджиахмедова, доцент кафедры литературы народов Дагестана, Дагестанского государственного университета. Наш следующий спикер – Сифижат Магомед Агаевна Магомед Расулова, президент Национальной ассоциации гостеприимства Северного Кавказа. Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги, рада приветствовать всех. Да, мы тоже очень рады вас видеть. Да, Я спасибо, сейчас. что нашли время. Да, мы обговаривали предварительно тему вашего выступления, Гамзатов как бренд. Я думаю, Да, что да, когда уважаемые Гамзатов. коллеги, я сейчас как раз в дороге с передовой. Мы вчера только весь день и позавчера были на передовой. Сейчас я в Крыму, мы только выехали с Украины, с непосредственной линии соприкосновения. И сейчас я специально остановилась по пути, чтобы связаться с вами и принять участие в такой прекрасной конференции. А что касается юбилея Расула Гамзатова, конечно же, это большая честь для нашей республики, потому что мероприятие проходит не только на региональном, но и на федеральном и международном уровне. И особенно отрадно, что туризм в Дагестане развивается, если говорить об ассоциации гостеприимства. И в данном случае, благодаря мероприятиям памятным, мероприятия могут быть еще более полезны тем, что будем развивать туризм. Если говорить о подрастающем поколении, конечно же, это хорошо, что и в детских садах, в школах, в СУЗах, в ВУЗах проводится огромное количество мероприятий, в рамках которых мы рассматриваем творчество Расула Гамзатова. И особенно отрадно, что Хунзарский район – это родина Расула Гамзатова и многих других знаменитых дагестанцев, государственных деятелей, военных, предпринимателей, ученых, представителей культуры, сельского хозяйства, животноводства. И эта земля дала жизнь многим талантливым людям, прославившим не только свой район, но и весь Дагестан, но и всю Россию. И хочется особенно отметить, что президент Российской Федерации в этом году принял решение о широком праздновании. И в праздновании примут участие не только регионы, но и другие страны мира. И говорили о том, что будет, значит, издание книг, реконструкция музейных экспонатов. Также будут привлечены социальные структуры, масштабные проекты, в том числе туристического и информационного кластера. И в данном случае, наверное, больше всего будет акцент делать на Хунзарском районе и в республике в целом. Кроме этого, что бы хотелось добавить, что большой план мероприятий, куда вошли предложения для общественных организаций, и в региональный план входят пункты из федерального плана. Сюда входят и торжественные, и культурно-массовые мероприятия, мероприятия в субъектах России, конкурсы, фестивали, научные и научно-практические исследования, издательские, выставочные, музейные, культурно-просветительские, образовательные, мультимедийные. Информационное освещение празднования также поручено как агентству по информации, так и другим ведомствам. Кроме этого, хотелось бы отметить, что стартует празднование столетия пленумом Союза писателей России в рамках Международного гамзатовского фестиваля «Белые журавли» и съезд делегатов руководителей писательских организаций из регионов страны во главе с председателем Союза писателей России Николаем Ивановым, который пройдет на площадке Театра поэзии в Махачкале в Республике Дагестан. Кроме этого, хотелось бы еще говорить о мероприятиях. Это юбилейные торжества в Государственном Кремлевском дворце в Москве, а также создание масштабной музыкально-театрализованной композиции «Люди, люди, высокие звезды». И также предполагается показ в Санкт-Петербурге, Беларуси, Азербайджане в октябре-ноябре 2023 года.
Особенно важно, наверное, что приведение в надлежащее состояние литературного музея Расула Гамзатова, средства на которые были учтены при корректировке бюджета республиканского. И также планируется войти в нацпроект «Культура» с мероприятием по проведению капитального ремонта культурно-досуговый центр имени Самхалова. Ну, в принципе, об остальных мероприятиях было сказано многое уже предыдущими ораторами. Также в Дагестане может появиться медаль имени Расула Гамзатова, который предлагается вручать за особые заслуги в области культуры, искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы и за большой вклад в изучение и сохранение культурного и исторического наследия, развитие и укрепление культурных связей. И эскиз данной медали уже разработан. Кроме этого, планируется в рамках Дней Расула Гамзатова проведение в Совете Федерации мероприятий и в Госдуме с выездной экспозицией, концертной и художественной программы. Так, кроме этого, что касается бренда, творчество Расула Гамзатова – это настоящий бренд не только Дагестана, но на сегодняшний день уже и России. И планируется план, который разбит по отраслям и включает в себя 71 мероприятие, в том числе по приведению в надлежащее состояние объектов культурного наследия. Ну, в принципе, это самые такие главные мероприятия касательно года Расула Гамзатова. Что касается, как я говорила уже, подрастающего поколения, огромное количество мероприятий как в школах, так и в вузах, СУЗах. И это очень хорошо, так как вами уже было сказано, что наши дети, даже в Республике Дагестан, не все знают творчество Расула Гамзатова так, как хотелось бы. И благодаря таким мероприятиям и году юбилейному будет на это сделан особый акцент, потому что это будет способствовать духовно-нравственному воспитанию, и особенно патриотизму. Потому что, как мы говорили ранее, Расул Гамзатов очень остро реагировал на все, что происходит в мире. Я даже не представляю его реакцию на сегодняшний день, если бы он увидел, что происходит сейчас у нас рядом совсем на Украине. Ну, в принципе, это все, что я хотела сказать. По вашим ощущениям из тех мероприятий, которые уже прошли, какие из них вызвали наибольший интерес, наибольший резонанс, либо самое интересное еще впереди? Я думаю, что самое интересное еще впереди, а так я особенно получаю удовольствие от мероприятий с подрастающим поколением, потому что здесь особенный КПД, когда мы растим патриотов и духовно-нравственно богатых граждан России. Потому что на сегодняшний день это особенно актуально. И мы сегодня со сложившейся ситуацией в мире и в стране в целом. Вы уже сказали, что большое количество мероприятий запланировано за пределами Дагестана. Вы согласны с мнением о том, что с творчеством Расула нужно знакомить не столько жителей Кавказа, сколько других регионов? Да, конечно же, абсолютно согласна, потому что это бренд Дагестана. Мы уже потихоньку выходим на мировую арену благодаря туризму, благодаря тому, что есть что показать, природные богатства. Но плюс Расул Гамзатов – самое главное богатство нашей республики и страны. Я неоднократно слышал высказывания о том, что Расул Гамзатов самый знаменитый дагестанец на земле. Может быть, даже это и есть какое-то преувеличение, но я думаю, что небольшое. Мы неоднократно употребили термин бренд во времена Гамзатова, разумеется, такого слова не было бы, и если бы он услышал, что его ассоциируют с брендом, может быть бы он удивился, либо сконфузился, но сейчас это объективно факт. По вашей информации, насколько велико количество людей, в том числе туристов, которые приезжают в Дагестан, именно, ну если можно так выразиться, именно на Гамзатова? А вы знаете, И на места, которые с ним связаны. но учитывая, что в этом году у нас планируется поток туристов более 3 миллионов, я думаю, что, ну, не, конечно, не все 100%, но процентов 30 точно будут заинтересованы приезду в республику именно благодаря тому, что год Расула Гамзатова.
В принципе, насколько рассматриваются планы того, чтобы создать отдельный турпродукт, который будет посвящен именно гамзатовским местам, либо нечто подобное уже существует? Да, такие туры уже существуют, конечно же, они будут в основном в Хунзахском районе Республики Дагестан, откуда родом сам поэт. Об этом, как я говорила ранее, у меня будет акцент сделан на районе, откуда родом наш Гамзатов. Вопрос такой же, как и предыдущим спикерам. Ваши главные ожидания от празднования юбилея Гамзатова? Ну, опять-таки, популяризация бренд Дагестана на мировой арене, на всероссийской, увеличение туристического потока. Как мы видим, Спасибо. даже сейчас здесь, в Крыму, не такой большой поток, учитывая опасность, и в связи с этим тоже у нас должен увеличиться поток туристов. Вот, насколько я знаю, собственно, когда разрабатываются те или иные турпродукты, это далеко не всегда предполагает духовную пищу. Можно ли, например, ну вот сейчас в качестве фантазии рассмотреть, когда разрабатывается тот или иной турпродукт, не просто показывать людям места, которые связаны с Гамзатовым, но организовывать поэтическое чтение, общение с родственниками. То есть вот такое более конкретное приобщение. Да, конечно же, можно разноформатные мероприятия предусмотреть. Вот сейчас как раз Наумова Анна на связи. Мы с ней, я думаю, проработаем ряд мероприятий в сфере индустрии гостеприимства. И я думаю, что в этом плане будем развивать. Потому что просто показать достопримечательность, наверное, мало, а именно питать духовно, нравственно, наверное, будет более интересно. Даже нам самим было бы интересно съездить куда-нибудь, где можно узнать не только достопримечательность, но и что-то полезное для себя. Плюс с заучиванием стихов Расула Гамзатова. Очень интересный формат можно предусмотреть. Спасибо огромное. Это была Сефижат Магомед Агаевна Магомед Расулова, Спасибо большое, коллеги. Я президент поехала дальше. Национальной ассоциации гостеприимства Спасибо. Северного Кавказа. Спасибо, что подключились. А сейчас Анна Олеговна Наумова, полномочный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в Северокавказском федеральном округе. Анна Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте, Я вам, здравствуйте, да, уважаемые я вам коллеги. Да, я вам передаю эстафету, и нам будет интересно узнать новые подробности, почему же Гамзатов это бренд и как этот бренд нужно грамотно использовать, развивать, капитализировать. Пожалуйста. Популяризировать. Безусловно, разделяю мнение всех предыдущих спикеров с большим уважением, восторгом отношусь к творчеству Расула Гамзатова. Но есть и некоторое сожаление, что на сегодняшний день нет большого количества турпродукта. Ну, скажем, уровень Гамзатова вполне соответствует наследию Лермонтова или Чехова, которые для Пятигорска, Лермонтов для Тархана Пятигорска – это своеобразный бренд. И на сегодняшний день литературных экскурсий, связанных с именем русского поэта, огромное количество различных вариантов. Это и тонкие истории любви, и как последующие этапы, это съемки фильмов и тоже соответствующая популяризация. Если мы поедем в Таганрог, то мы видим, как популяризируется имя Чехова, хотя на сегодняшний день тоже есть даже вопросы к тому, что школьники не читают русскую литературу. Но город Таганрог на сегодня представляет несколько фестивалей, в ходе которого и чтения происходят, и художественные выставки. В общем, различного направления мероприятия, которые вовлекают, привлекают и к городу, и к имени самого поэта или писателя. То же самое хотелось бы видеть и в Дагестане. Да, на сегодняшний день есть туристские продукты. Безусловно, каждый экскурсовод дагестанский с гордостью рассказывает о наследии великого поэта, певца аварского языка и главного человека в мире из Дагестана, как вы говорите.
Но многодневных туров, либо как следствие после тех событий, которые сейчас происходят, вот это формирование календаря событийного туризма, связанного с именем Расула Гамзатова, вот это было бы главным результатом празднования столетия. То есть если эти мероприятия будут ежегодными и будут привлекать все большее и большее количество людей. На сегодня есть опыт нескольких турфирм, которые и привозят в село родовое, в Цада, и на Хунзасском плато рассказывают, и даже с семьей знакомят. Да, этот опыт есть, но он единичен. Он единичен, я знаю об этом как о зернах каких-то прям хрустальных, когда учительницы из Астрахани с восторгом, общаясь с семьей, читали стихи, и как они готовы привозить группы именно на литературную основу. Конечно, на сегодняшний день вот этого потока, во всяком случае, я не наблюдаю. Если я не права, разуверьте меня, пожалуйста, я с радостью поеду в такое путешествие. И одно из моих предложений, во-первых, может быть, Министерство культуры, может быть, Министерство туризма Дагестана, которое очень активно взаимодействует с турсообществом и продвигает туристские ресурсы Дагестана, станет инициатором конкурса вот такого турпродукта, вот таких туристских путешествий именно на литературной основе. Думаю, что результатом таких мероприятий может в последующем стать и появление киноиндустрии в Дагестане. Ведь это тоже очень важный, сильный двигатель и туризма, и развития экономики. Посмотрите, все те регионы, в которых на сегодняшний день есть кинокомиссия, куда приезжают снимать фильмы, эти регионы получают и первичную кинотуризм, когда сама съемочная группа приезжает и пребывает в регионе от полугода до 2 лет. А это, соответственно, вливание в экономику и развитие сообщества, повышение уровня сервиса для турсообщества. И вторичный туризм, кинотуризм, когда по местам съемок, посмотрев фильмы, приезжает целый новый поток туристов, ранее незнакомые с тем или иным направлением, либо территорией. Вот думаю, такие моменты, во-первых, сделать ежегодными часть мероприятий, наиболее успешных. Во-вторых, включение этих мероприятий в турпродукт. И на сегодняшний день в Дагестане 41 туроператор. По вообще скорости внедрения и вхождения в туристское сообщество Дагестан – передовик Северокавказского региона. Чуть больше туроператоров, 48, только в Ставропольском крае, где туризм, конечно, не был связан ни с какими проблемами 90-х годов. Да? Мы помним, что Дагестан на сегодняшний день в плане туризма, можно сказать, ну, как бы заново рожденный, достаточно молодой туризм в Дагестане. Но за те 10 лет, которые я участвую в этом процессе, Дагестан семимильными шагами вошел в эту сферу, в эту сферу экономики, и сегодня колоссальные успехи, колоссальные. И вот если соединение, это всегда туризм не развивается без других отраслей экономики. Это всегда на стыке и сельского хозяйства, и образования, безусловно, и, конечно, культуры. Поэтому как минимум 4 министерства должны встречаться, договариваться и создавать новый продукт с использованием и сельских территорий, строительство, возможно, глэмпингов литературных, потому что на сегодняшний день трогать историческое наследие, наверное, не будет правильным, но построить такие легкие конструкции, тем более на которые выделяются субсидии государства. То есть есть огромный потенциал и в наследии самой республики, в наследии
литературном Расула Гамзатова, но есть также и человеческий потенциал вашей республики в виде тех туроператоров, которые сегодня работают уже, так и поддержка министерств, которая всегда необходима. И еще раз подчеркну, что восхищаюсь работой Министерства туризма Дагестана, которое очень планомерно ведет эту работу. И думаю, обязательно нужно взаимодействовать с ними. И вот прям у меня горячее желание, чтобы появился в Дагестане конкурс туристского продукта, связанный с именем Расула Гамзатова. Ну, Анна Олеговна, безусловно, да. популяризация через путешествия – это, наверное, самый легкий доступный способ. Люди устали уже от этого клипового мышления, от упертости в телефон. Все, с кем я встречаюсь по своей работе, туристы, с которыми приходится общаться, многие говорят о том, что необходимо живое общение. Процесс развиртуализации стал сейчас более популярен, чем виртуальное общение. Хотя, конечно, это в чем-то упрощает нашу жизнь. Люди едут к людям. Люди едут за впечатлениями и хотят знать, как живут другие люди на других территориях. Не просто любоваться архитектурными строениями или природными достопримечательностями и ресурсами. А самое главное, что несет туризм, это взаимодействие между людьми, и это та самая основа многонациональной России, которая всегда восхищала весь мир. Как столько народов в любви, братстве и содружестве уживаются на огромной территории. Я думаю, что возможности туризма как раз дают вообще все основания для того, чтобы мы продолжали оставаться самой многонациональной страной в мире и самой при этом дружественной между друг другом. Ну, а Кавказ – это родина гостеприимства. И я думаю, что нам по праву принадлежит вообще пальма первенства в этом деле – развивать туризм, развивать гостеприимство, в том Анна числе Олеговна, и через литературное наследие. да, очень, очень интересно, очень эмоционально, собственно, как всегда. Вы вот сейчас перечислили кучу интересных кейсов, которые нужно брать и реализовывать. И вот в частности вы говорите, что нужно как минимум 4 министерства подключать к этому. Это пока только ваши мысли, либо вы пытались их уже на каких-то площадках официальных озвучить? Собственно, этот процесс происходит, и не только в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства мы понимаем, что как минимум 92 отрасли экономики могут взаимодействовать, формируя вот этот туристический поток. Мы видим по всем тенденциям и при подготовке к различным мероприятиям и в ходе мероприятий, что взаимодействие существует между министерствами. Посмотрите, на сегодняшний день Пушкинская карта, так сказать, продукт Министерства культуры, дает возможность в том числе и осуществлять некоторые туристические продукты. Вот в настоящий момент мы продумываем такую работу, как взаимодействие именно в этом направлении при посещении экскурсионного объекта музея, который находится на станции «Мир» на высоте 3500. Это музей защитников Эльбруса. Так вот, дорога к этому музею единственная – это канатная дорога. Если соединить эти два продукта, билет в музей и билет в канатную дорогу, реализуя через Минкультуры по Пушкинской карте, можно гораздо, ну, в разы увеличить поток школьников на
для посещения этого объекта. Ну, потому что в данный момент, скажем так, канатная дорога, ее стоимость служит как бы определенным препятствием для попадания в этот музей. Да, если это препятствие мы убираем в виде работы с Пушкинской карты, то получается хороший результат для всех. Вот, такие решения, ну, просто нужно позаниматься, посмотреть, как соединять возможности существующие, а инструментов, которые повышали бы посещение тех или иных объектов культуры, эти инструменты есть, просто нужно этим заниматься. То же самое взаимодействие с Министерством сельского хозяйства, это развитие сельских территорий, когда выделяются средства не только на приобретение, скажем, посевного материала или, ну, того, что связано непосредственно с сельским хозяйством. На сегодняшний день есть еще и субсидии, которые могут развивать сельские дома, гостевые дома в сельской местности, либо через туротрасль, строительство глэмпингов и кемпингов, которые также субсидируются государством. И мы знаем точно, что на сегодняшний день в Дагестане просто не хватает объектов размещения, и, наверное, развитие вот этого вида размещения глэмпингов, легко возводимых домов, и развитие гостевых домов, а это прям приоритет Дагестана. Здесь масса возможностей именно развития гостевого туризма. В этом есть будущее, и в этом есть свой национальный колорит и национальная особенность населения Дагестана – это и гостеприимство, и возможность увидеть в обиходе какие-то предметы, которых нет на других территориях России. Мы знаем, как жители Дагестана сохраняют наследие своих предков, и поэтому часто в гостевых домах, в деревне, в селах, в горных аулах можно увидеть вещи, которые используются более 100 лет. Это тоже очень важно, очень ценно. Анна Думаю, Олеговна, вот в этом и есть потенциал. да, вы совершенно правильно сказали, что в последнее время Дагестан демонстрирует просто невероятные успехи в развитии туризма. Здесь, как говорится, сошлись звезды, очень много факторов. Это и закрытие за границей, и ставка на развитие внутреннего туризма, и потребность людей вот в живом общении, в каком-то колорите, в хорошем смысле этого слова. Вы сказали, что сейчас в Дагестане уже более 40 туроператоров. Можно ли выделить, какое количество из них работают именно так или иначе, используют в своих программах имя Гамзатова и гамзатовские места, либо это все размыто и здесь как-то вычленить очень сложно? Я считаю, что абсолютно каждый туроператор, работающий на территории Дагестана, так или иначе популяризирует имя Расула Гамзатова и экскурсоводы в своих экскурсиях, и читают стихи. Обязательно при посещении Хунзахского плато заезжают в селение Цада или даже проезжая мимо, безусловно, говорят о селе родовом и о творчестве Расула Гамзатова. Поэтому исключить и сказать, что вот эти 5 говорят о наследии, а остальные нет, невозможно. Я думаю, все без исключения понимают, отдают себе отчет о значении этого наследия, поэтому каждый старается обязательно имя популяризировать. И вот мне еще очень понравилась ваша идея, связанная с кино. Очень удачный пример, да, связанный с Таганрогом. Мы видим, как сейчас активно развивается туриндустрия в Таганроге, и причем этим пытаются заниматься профессионально. Мы пока являемся свидетелями отдельных примеров, когда в Дагестане снимают либо художественные, либо документальные фильмы, но, как правило, это все эпизодически, а если это все
делая, поставить на поток в хорошем смысле, делать это профессионально, то мы получим еще больший мультипликативный эффект. И получается, что Гамзатов действительно работает на не только на духовную сферу, на литературную, на культурную, но он еще, получается, работает еще и в хорошем смысле на экономику республики. Но вы знаете, для того, чтобы системно поехали киногруппы снимать фильмы, в республике должна появиться кинокомиссия. Государственная организация, которая распределяет определенную субсидию, которую, так называемый ребейт. То есть все те киногруппы, которые сейчас приезжают, скажем, в Калининград или на Камчатку, в Казань, ну, Москва, Санкт-Петербург давно имеют собственные кинокомиссии. Вот все они потом получают возврат в виде 20 или 30% от средств, потраченных на территории. И вот если такая кинокомиссия появится, то, безусловно, это станет одним из рычагов, инструментом привлечения в регион новых киногрупп. Знаете, я еще обратил внимание, что вот в прошлом, в этом году увеличилось количество заявок на получение грантов самых различных, федеральных, региональных, содержание которых проектов так или иначе связано с Гамзатовым. То есть по линии литературы, по линии журналистики, по другим направлениям, вот по той сфере, которой вы занимаетесь, много отдельных людей, либо каких-то организаций, компаний, которые вот пытаются еще заниматься популяризацией Гамзатова еще через государственные и частные гранты. Ну, к сожалению, нет такой большой статистики. Сейчас так быстро мне приходят на ум всего два человека, два организатора, которые планируют популяризацию имени Расула Гамзатова через туризм, через турпродукт, через создание событийного мероприятия. Но впереди новый этап, четвертый конкурс мастеров гостеприимства. И я, как посол гостеприимства в 2023 году, тоже стала, заняла, скажем, эту должность. Я постараюсь рассказать о возможностях конкурса максимальному количеству людей. Вот, буду готова транслировать эту информацию в ваших мероприятиях, если позовете, для того, чтобы в том числе и такие события попадали на федеральный уровень, когда в ходе конкурса ты встречаешься и рассказываешь о своем туре, либо фестивале, конкурсе, рассказываешь людям, профессионалам из всех уголков России. То есть это самая активная часть населения, которая идет и принимает участие в конкурсе. Благодаря таким мероприятиям, помимо прокачки, акселерации самого проекта, ты еще получаешь, ну, прям мощнейший такой виток, скажем, популяризации в профессиональной сфере, когда большое количество юных, ярких туроператоров прям берут и твою часть, твой продукт вставляют в свою программу. Либо привозят на твое мероприятие конкретных людей уже, ну, под конкретную задачу. Вот так, не литературные примеры, но вот почему-то мне, видимо, Чеховым навеяло. Есть у Уварова в Тамбовской области фестиваль, вишневый фестиваль, фестиваль вишни, Вишневарова называется. И в Балаково Самарской области клубничный фестиваль. Вот очень мощную популяризацию получили эти фестивали через конкурс мастера гостеприимства. Ну и, конечно, с помощью самих местных участников. То есть, если город не будет поддерживать, то мероприятие вряд ли будет развиваться. Поэтому, конечно, очень важно еще взаимодействие с местным сообществом.
Анна Олеговна, ну и традиционный вопрос, как и для всех спикеров, ваши ожидания от празднования юбилея Гамзатова как человека, увлекающегося его творчеством, и как профессионала, работающего в туристической отрасли. Что, на ваш взгляд, вот мы должны главного и ценного вынести из этих мероприятий, чтобы они были не для галочки, а чтобы каждый из нас что-то вынес ценное, полезное и переходящее и в 2024, и в последующие годы? Ну, я бы, наверное, тут просто рекомендовала министерствам культуры и туризма пригласить на особенно яркие, значимые мероприятия так называемых инфлюенсеров, блогеров, да, через которых сейчас очень активно популяризируется любой вид творчества, услуг, туризм, достопримечательности, все что угодно. То есть это самый яркий и наиболее простой способ популяризации через инфлюенсеров. И второе – это профессионалы, это туроператоры. Так вот, результатом этого приезд на мероприятие в ходе рекламного тура профессионалов и людей, которые донесут информацию до широкой части населения, причем молодой, вот это может стать источником новых туристов, новых турпродуктов, новых посещений и, самое главное, возвратных посещений. То есть, когда человек, узнав о каком-то мероприятии, в ходе мероприятия узнает о том, что еще в селении Цада, да, приехал в Махачкалу, побывал в основных точках, локациях Дагестана, это Махачкала, Дербент, узнал о том, что в горной части находится родина Гамзатова, и тогда второе свое путешествие или увеличивая дни пребывания в республике за счет посещения горной части. Вот это результат, да, когда человек, приезжая на один день, задерживается на неделю, или когда туристский поток выстраивается, возвратный поток, для того, чтобы создать вот такой возвратный поток, как правило, туроператоры и люди, занимающиеся привлечением, тратят огромные средства. А здесь через яркие мероприятия это может быть сделано легко и просто, без колоссальных вложений. Спасибо огромное, Анна Олеговна. Спасибо всем остальным нашим спикерам. Напомню, что сегодня мы обсуждали мероприятия, которые приурочены к столетнему юбилею Рамсула Гамзатова, и постарались рассмотреть его личность, его творчество и влияние этого творчества на сегодняшний день. На наш взгляд, что сегодня произведения Расула Гамзатовича особенно актуальны. Также мы смогли убедиться, что вольно или невольно бренд Гамзатова работает на многие сферы, и на культурную, и на духовную, и на патриотическую, а теперь еще и на экономическую, поскольку туризм это все-таки ближе к экономике. Поэтому, перефразируя классика, можно сказать, что Гамзатов – это наше все, и это не будет преувеличением, не зря его называют поэтом аула и планеты. Я благодарю наших спикеров за очень интересный, профессиональный, глубокий, компетентный разбор сегодняшней темы. Я думаю, что наша аудитория извлекла из сегодняшнего разговора очень много ценной и полезной информации. Ну а учитывая, что празднование юбилея Гамзатова по большому счету только начинается, впереди еще больше 8 месяцев, к этой теме мы будем возвращаться еще не раз, в том числе при помощи наших сегодняшних уважаемых спикеров. Напомню, что сегодняшняя онлайн-конференция была организована журналом «Вестник Северный Кавказ», который издается международным холдингом «Евромедиа». По итогам сегодняшней дискуссии мы подготовим серию публикаций и будем заниматься этим в течение целого года. Огромное вам всем спасибо и до новых встреч. До свидания.